балка – это штука волатильная весьма. Короче, мы уже не надеялись на рыбу, ветрище просто адские. Тут Оксана говорит, рыба. Вот. Он оторвался у меня в саду. Так, тихо. Кто говорил, что рыбалка – это отдых, там кайф какой-то, там наслаждение? Рыбалка – это труд, борьба с природой, с погодой, со всем чем угодно, с травой, с ветром, температурой воздуха. Продолжаем бороться. Волатильность усиливается вместе с ветром на нижней волне. Так, мы на новой локации нашли какую-то размазанную стаю рыбы по символом, похоже на сазанчика даже. Или на толстого, толстенного карася, вот с таким глазом. Сейчас вот Оксана проводит проверку на точке, что там за рыба. Доложит обстановку проведенной проверки, отчет напишет, и мы начнем тоже ловить. Что, просто так, что ли, бросать в воду, да?